Так вот, когда стали петь Харе Кришна повсюду, то завистники были недовольны, они стали жаловаться Кази. И Кази был возмущен, что что это эти индусы вспомнили свою религию, энтузиазм у них появился. И он стал ходить повсюду и препятствовать киртану. Я не знаю, где конкретно он разбил эту мридангу, говорят, доме Шивас Пандита, да? Но в читании Бхагавати и читании Чаритамрити не написано это. Где-то он разбил эту мридангу, будем считать, что там. Разбил мридангу, разогнал преданных и сказал, что сейчас ночь уже, идите по домам, но если вдруг завтра кто-то из вас еще раз будет петь ваше Харе Кришна, то вам мало не покажется. Преданные испугались. Преданные испугались. Веры не хватило. Страшно. И Нимай Пандит первый раз. И он говорит, знаете, он заревел, зарычал просто, Господь Чайтанья зарычал. Он говорит, сегодня я уничтожу их. И кого он хотел уничтожить? Ну, во-первых, вот эти вот невежества у преданных, они же забоялись. Не хватает веры, надо это уничтожить. И менталитет этих завистников, это надо уничтожить. То есть он в этом воплощении не убивает никого физически. Он уничтожает невежество. И он приказал всем своим преданным, он сказал, сегодня, то есть завтра, после обеда, пообедайте, да, и прям сразу после обеда приходите все сюда и принесите с собой каждый по факелу. Преданным было не до обеда, они даже не спали ночью. Все просто ждали этого момента, когда можно будет прийти. И там говорится, я не знаю, сколько реально там жило людей в Навадвипе, но к тому моменту, говорит Вриндаван Дас Такур, было миллионы людей, миллионы. И они с этими факелами в нужный момент, они просто подожгли это все. И вот это вот, представьте, факельное шествие. И вот это вот процессия с миллионами людей, с танцами, там впереди танцевал, не помню уже так по порядку, Адвайта Ачария, Господь Нитянанда вместе, с Нимай Пандитом вместе они танцуют, Харидас Такур, другие вайшнавы. Вот с такой процессией, с киртаном они идут, и миллионы, миллионы людей. Откуда ни возьмись, стали сыпать цветы сверху. Как-то так получилось, что весь, вся земля, по которой они шли, они стали вот так вот, не так вот чуть-чуть лепестков насыпали, а было такое, что ковер из цветов и рис, вот этот рис, дутый рис, то есть хрустело все так, знаете, похрустывало. Благоприятно очень. Первый раз Господь Чайтанья, первый раз устраивает вот это вот на улице. И весь народ, они получают его веру в Кришну. Они получают его настроение. У них страха как не бывало. Даже бандиты, которые решили поживиться, знаете, весь народ ушел. Двери открыты. Они решили, ну, как-то не упустить возможность. Но это настроение, смирение перед Богом было настолько могущественным, что они бросили все свои эти отмычки, бросили все свои мешки и все вот свои штуки свои, которые они там используют. Я же не знаю, что они там используют. Бросили, побросали все и побежали вместе со всеми петь Харе Кришна. И вот эта толпень кришнаитов с факелами, они идут к Чанкази. И на самом деле были какие-то странные люди. Я думал, ну всех там ну, пробило. Нет, были странные люди, которых не взяло это. Не взяло. И они говорят, надо пожаловаться Кази. Что происходит вообще? Надо этим кришнаитам сказать, что Кази идут. Они испугаются. Кто-то там даже так кричал. Ну, не всех накрыло. Но миллионы шли. И в конце концов, они пришли к дому Кази. Когда Кази увидел, что происходит, он испугался. Он испугался. Там произошел диалог, согласно читанию Чаритамриты. Но самое интересное в этой истории, знаете что? Это же был триумф Харе Кришны. То есть настроение Господа Чайтаньи вышло на улицы Навадвипы. И когда эта вся толпа разгоряченных победой преданных
пошла дальше, после того, как с Кази разобрались, он стал преданным. Знаете, куда они пришли? Они пришли в дом Калавечи Шридхары. Они Господа Чайтанья, то есть это апогей славы. Господь Чайтанья победил. Так ведь? Они смотрят на него, это Бог наш, это наш Бог. Этот Бог приходит к этому бедному браману, у которого хоть и в дырках, крыша под зонтиком, и денег вообще нет. Он приходит к этому браману и берет его кувшин, из которого он там моется, там, и все такое там. Он берет этот кувшин, толпа, значит, на него смотрит влюбленными глазами. Представляете? Вот в этот момент надо фотографироваться. И он берет этот кувшин и начинает пить из этого кувшина, показывая свое настроение. Откуда у него могущество? Мое могущество в том, что я слуга преданных.